Всем привет, ребят, с вами Хайди, и мы продолжаем проходить за грани добра и зла. Вас понял. Так, отрубай. Отлично. Уходим. Итак, стоим мы на бойне. Мы все так же на бойне. Нам нужно разыскать еще два снимка. Там мы уже были. Атака западного района намечена на 20.15. Так, только вот тут я что-то не вижу. Отвести воду из... У меня такое ощущение, что это... Эти снимки надо делать где-то уже в другом месте. О, Старка. Пригодится. Идентификация счета готова. Ремонтный робот восстанавливает энергию корабля на один ключ. Так что пойдемте искать. Тут у нас захода другого нету, да? Получается. Если уж смотреть по вот этому. А, нет, смотри-ка, есть все-таки заход. Так вот оттуда, где мы уже были. И тут у нас заход еще один со второго этажа. Так что, как обычно, на прорыв. Так, где же тут у нас проход? Высоко-высоко, видимо. Угу. Еще одно место, где можно получить фотку. Эй, не толкайся. Так, засоёмся. До встречи. 3.15. Иногда приходится и разбивать команду. Карлсон и Питерс, страница 824. Не понимаю, где у него дыхательная система. Я под обстрелом! Там кто-то... Ну ладно, окей. Ау. Я тут кнопку нажал. По привычке с Dark Souls пытался нажать на пробел. Смог же тут. Что? Вторжение! Блин! Прямо, кстати, ведь что тормозить начинает. Что? Мне что-то почудилось. Ничего. Пойду проверю. Так, может, нас так не будет вообще видно. Сколько же вас тут, а?
Угу. Что? Ничего. Нет, ничего. Ты-то отвернись, а? Что? Да идите вы нафиг, за что? Я пошел отсюда. Что у нас тут? Ключи. Это просто великолепно. Что у нас тут? Предохранитель нужен. Ясно. Это было очень сложно добраться. Так, чтобы меня не дернуло, надо бы отключить ток. Легкотня. И что мы включили? Лифт. Роботы, блин. Давайте сюда. И ничего не дает. Тут у нас что? Тут у нас, похоже, все закрыто. Ладно, посмотрим сначала, что у нас тут. Челноки без номеров. Вот в чем они перевозят жертв. Кидается. А, сфоткать это нельзя. Окей, и как тут пройти? Сэм Фишер в маечке. Что он? О, жемчужина. И сейв-зона. Ух, что-то сейчас на мину нарвался. Вот просто великолепно. Ха!
Я смогу просто взять предохранитель? Нет, конечно же. Так, сразу распределительный щиток. Ага, только один, в общем-то. А, я думал, уже чужно. Оказывается, нет. Всего-то лифт. Блин, ладно. Сильно такой желаем посмотреть именно, что есть еще. Кто у нас там стоит? Интересно, он нарвется на мины? Нет? Давайте закидаем его дисками. Так, сам с проходик. Куда же он нас выведет? Что у нас тут? Ускорение. И еще одно сердце. Красота, деточка! Да мы сейчас с мега-мега крутыми станем. И мега здоровыми. Так, ну а что теперь-то делать? Джей, то не надо. Ложная тревога. Очень даже просто. Выстрел! Эй, ты цел? Пойду проверю. Внимательнее по сторонам. Пойду проверю. Никого. Вторжение! Вторжение! Промазал. Прошу разрешения на очистку зоны. Получено. Тревога! Тревога!
Прошу разрешения на очистку зоны. Получено. Так что не подлечи мне своих друзей. А ты там сейчас дохнул. Зона очищена. Напарник в опасности. Дьявол. Ну, а ты все, по крайней мере. Полетел. 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 H2. Обошла весь сектор. Много гвардейцев. Ничего интересного. Вам все-таки удалось пройти. Продолжайте искать. Ну, я надеюсь, что мы уже близко. Я на это надеюсь. Центральный зал. Здесь жертв перегружают на другой корабль. Идите. Я вас прикрою. H08015. Неизвестные пересекли южное ограждение. Всем. И первое. Фото осталось еще одно. H2, уходим. Что? Там кто-то есть? Ничего нет. Тревога! Тебе показалось. Нам куда, мисс Джейд? Так, остался последний снимок. Так, где мы? Куда мы едем? Мейки. Так, оказывается, где-то у нас... Вот отсюда можно проплыть. Если судить по карте, точнее, даже не проплыть, а есть проход. А мне здесь не протиснуться. Идите, мисс Шейд, я прикрою вас с тыла. Есть, сэр! Угу. Вход на вагонетку. Да с кем? Кто меня заметил? Воу! Ясно, как быстрее спускаться начал. Здорово, деточка! Шикарно.
Шкала энергии корабля увеличится на один ключ. Неплохо. Пригодится в любом случае. Фу, мне одной в жизни не справиться. Так, аж два. Запертую дверь можно попробовать обойти. Карлсон и Питерс, том 4. А, ну ты и долбоёб, конечно. Раз, два, три, взяли. Простые движения, страница 2. Ага! Это дело как раз по мне. Замрите, Миджейд. Пошли. Надеюсь, ты пробьешь эту решетку? Есть, сэр. Ну и дела. Пойду проверю. Что? Тревога! Тревога! Давайте, ребят, махайтесь. Есть, сэр! Тревога! Тревога! Жду ваших приказаний, Миджейд. Пузырьки. Что за... Нафиг. Отлично. Займусь резервной копией. Это животное? Что это за хрень прыгающая? Их выгонят их быстрые. Или же что это такое было? Так. Идентификация счета. Кей Букс полностью восстанавливает. Старко восстанавливает одно сердце. Старко восстанавливает одно сердце энергии. Хм. Вас понял. Идентифицировано, добавлено. И еще два снимка надо сделать. Какие-то мёбы еще прыгающие. Жду ваших приказаний, мисс Джейд. Они взрывают это, да? Жду ваших приказаний, мисс Джейд! Ой-ой, мисс Джейд! Все кости целы! В атаку! Карлсон и Питерс! Примерно вот туда, вот, да? Блин. Не получилось. Ну, это что-то за хрень у нас выпало. Треугольный пропуск. Перфекто! Отскани... У нас, по-моему, такой был уже. Блин, жемчужина! Чувак, ты жить... Не этот, тебе жить пофиг на эти... Лучше иди жемчужину сделай. А, их мог их спускать. Нарушители, нарушители, начать процедуру уничтожения. Есть, сэр!
Ну, иди сюда. Что же приказание лежит? Вот так-то. И жемчужина. И да, у нас их 3 штуки. Мне понадобится спецпропуск, мисс Джейд. Ну, так, держи. Благодарю, мисс Джейд. Хорошо. Да брось, ерунда. Офицеров этому учат только на 3-м курсе. Есть, сэр. Чёрт, если это чёрт. Как-то поможет, моя защита выдерживает лазерные лучи. Хорошо. Да, ты... Хорошо. Иди вперед туда. Вас понял. Блин, как ему хорошо было в броне бегать, а? И куда ты пошел? Есть, сэр. Окажетесь в центральном зале. А там еще что такое? Они кого-то заряжают? Эй, ты цел? Эй, ты цел? Тревога! Ничто не должно помешать отправке. Приказ высшего командования Думис. Ой! Не стрелять по своим. Глава 12. И что у нас тут такое? Оу. Знаешь, что ты делал с людьми? Потрясающий репортаж, Шонни. Отправляем номер 514 в печать. Я перешлю экземпляр губернатору. Жди от нее код к бойне. Значит, они забирают людей. И отправляет их куда-то. Шонни, H2, мы получили ваши снимки. Великолепная работа, ребята. Ждем вас на прежнем месте как можно скорее. Так угол вначале дайте. Расшифровали так быстро, как только смогли. L7D5. Да конечно. И Пейджу пришлось через это пройти. Надеюсь, он жив. Жив, мисс Джейд. Люди зачем-то нужны им живыми. Так, где у нас выход был? У нас этот выход вот он. За дело. А, чувак. Ха-ха.
Ну вот спасибо, за то, что ты тупил, мы не проехали, ни хрена. Чего я им командовать не могу, а? С ума. А, сумка типа. Дай Джо. Компас, выстрелы какие-то еще. Да, даже у корабля есть инвентарь. Ну что ж, теперь можно, например, убираться прочь с этой бойни. Мы идем в верном направлении. Скоро выход. Ну что, ребят, кто из вас запомнил код? Губернатор очень рискует, помогая нам. Сумеем ли мы ей когда-нибудь отплатить? Надеюсь. А пока надо возвращаться в штаб. Мы должны рассказать обо всем ребятам. А какого хрена произошло? Управление, я тебя ненавижу. Сейчас сделал этот выход. А, собственно, нас вот так ликвидировано, да. В гонках поучаствуем как-нибудь потом. Конечно, я понимаю, что там главный приз — это жемчужина. А сейчас нам пора отправляться в Хилис. Тревога! Тревога! Развернуть щиты! Активировать защитное ограждение! Заберите все двери! Тревога! Опять нападение! Салют, Джейд! Не забыла? Моя жемчужина все еще на кону! Что? Боишься продуть? Встретимся у бара! Если только не трусишь! Фрэнсис! Его из вида. Так тебе. Мы достанем тебя, даже если придется погибнуть. Нет, Джейд, если придется погибнуть, мы не погибнем. Эй, да перестань же ты вертеться. Точнее, мы просто погибли. Есть. Держу на прицеле. Угомонить, гусеница! Хорошо. Не двигайся. Осталось совсем немного. Это было какое-то просто-напросто изменение. Из морского змея Думс. И да, уже 4 жемчужины. А это там, по-моему, их штук 20. Ну что же. Бар в штаб-квартиру.
Ирис. Элементы из организации Ирис совершили новую попытку теракта. На сей раз на бойне. С целью уничтожить нашу систему защиты от ДУМС. Чилийцы, предатели уже среди нас. Вступайте в ряды корпуса и вместе. Так солдат уже стоит. На сей раз на бойне. С целью уничтожить нашу систему защиты. Чилийцы, предатели уже среди нас. А, это вот этот у нас игрок. Фрэнсис. H2, вы как раз вовремя. Мы вас ждали. Кое-кто очень хочет с вами познакомиться. Мадам, позвольте представить вам... Спасибо. Мы немного знакомы по переписке. Вы оказали нам неоценимую помощь, мадам. Без ваших кодов нам не удалось бы сделать ни одного репортажа. Я очень рада наконец-то встретиться с вами лицом к лицу, Джейд. Ваши репортажи всколыхнули все население Хилли. Я уверена, еще немного, и мы сможем рассчитывать на всенародную поддержку изгнания корпуса Альфа и ДУМС с нашей планеты. Возьмите, это пригодится вам в борьбе. Благодарю. Это поможет нам найти исчезнувших людей, если еще не слишком поздно. Запихиваю в сумочку. Вход с площади Фонтана. Дикий вепрь! Дикий вепрь вызывает Ирис! Это же... Это командир! Он жив! Невероятно! Ваш командир? Он пропал? Его забрали гвардейцы. От него не было вестей уже несколько недель. Дикий вепрь вызывает Ирис! Дикий вепрь вызывает Ирис! Стоп! Пейдж? Это же мой дядя! Пейдж! Твой дядя? Наш командир? Он связывается с вами только по радио? В целях безопасности. До сих пор никто не знал его настоящего имени. Пейдж, это ты? Он не слышит тебя, Джейд. Тишина! Он снова выйдет на связь. Ни звука. Дикий вепрь вызывает Ирис. У меня мало времени. Они повсюду. Меня держат на Луне. Слушайте мой приказ. Передайте Джейд нашему новому репортеру. Прочти М-диск, который я тебе дал, и найди корабль. Прочти М-диск, и они идут! Я... Он давал тебе М-диск прямо перед тем, как его похитили? Джейд, нам нужен этот корабль. Он недостающее звено нашего плана. Если ты найдешь его, у нас будет шанс. Пейджа держат на Луне. Скорее всего, остальные пленники там же. Тебе надо добраться до Луны. Нина разработал план. Давай, Нина. Корпус передает свою пропаганду с Луны при помощи длинноволнового передатчика. Мы ударим их в самое сердце, захватив передатчик и выведя твои репортажи на их собственные экраны. Превосходный замысел. Найти корабль Пейджа, отправиться на Луну, подготовить репортаж, захватить передатчик, вывести репортаж в эфир, и то всенародное восстание. И конец корпуса Альфа. А что считают Карлсон и Питерс? Что это чистой воды самоубийство. А я так скажу. Чем сидеть сложа руки? Что, чем сидеть сложа руки? Стартует какао жемчужин? 16 штук. Итого нам нужно еще 4, да, для следующего апгрейда корабля. Но этим мы будем заниматься, ребята, уже в следующей серии. А пока что с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь за эти друзей, комментируйте видео и вступайте в группу ВКонтакте. Ну а с вами мы увидимся уже в следующей серии, где будем добывать нам оставшиеся 4 жемчужины. А пока что всем пока. И до следующего врыва, ребят.